Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня у нас очередная распаковка очередной посылки с сайта AliExpress. Здесь светодиодный налобный светильник. Светодиодный налобный фонарь. Давайте откроем и проверим его. Заказывал с российского склада. Доставка 3 дня. Курьерская до двери. Упакованный простой почтовый пакет. И вот такая коробочка. Взял самую минимальную комплектацию за 800 рублей с копейками. И если брать из Китая, то будет еще дешевле. Иногда с российского склада дешевле, иногда дороже. Так, ну, здесь кабель зарядки USB Type-C. Водонепроницаемость этого светильника IPX4. Так, аккумулятор встроенный, литиево-ионный аккумулятор на 1200 мАч. Так, 5 режимов работы. Индикатор горит. Ну, можно немножко подзарядить. Ага, сенсор для подсветки. Ну, вечером посмотрим, как он будет освещать. Время заряда 2,5 часа. Время непрерывной работы от 3 до 8 часов, но это смотря в каком режиме работать. Разъем Type-C находится вот здесь вот. Закрыт резиновой крышечкой. Но светит, так я смотрю, ярко. Освещенность 350 люмен у светильника. Площадь освещения 50 квадратных метров. Но мне не обязательно такое освещение сильное. Мне главное, чтобы на даче было видно вечером. Ремешок здесь регулируется под голову. Можно одеть на шапку, можно одеть и на голову. Вот индикатор заряда горит красным, значит, уже необходимо подзаряжать. Ну, сейчас я поставлю на зарядку и вечером проверим, как будет освещать. Так, ну вроде ремешок отрегулировал. Примеряю. Так, одеваем вот таким вот образом. Или на голову, или на шапку. Вот. Я сейчас не могу сказать. Видно, ага, светит фонарик. Теперь этот фонарик. Первый режим самый яркий. Второй режим послабже. Первый режим. А вот, долго держим, режим стробоскопа. Ну, короче, как написано в описании, 5 режимов работы, так оно, наверное, и есть. Так, нажимаем другую кнопочку. И теперь у нас вот таким образом работает сенсорный режим. Для экономии батарейки, так сказать. Вот. И кнопка выключения. Включаем. Смотрим, работаем. Так что фонарь рабочий. Вечером посмотрим. Так вот, друзья, зашел в парилку, в темную комнату проверить. Включаю фонарик. Он, блин, отлично светит. Так, второй режим послабее. И так, режим стробоскопа выключил. Второй режим. Это вот фонарик боковой. Отлично. Вот это послабже режим. Боковой. А так освещает супер. Ну вот, друзья, на улице темнота. Сейчас я включу фонарик. И посмотрим, как он освещает. Вот. Блин, ну светит отлично. Видно хорошо. Главное, чтобы было видно, когда что-то делаешь. Так, ну вот этот
налобный фонарь светит не очень далеко, но освещает отлично. Переключаю режим. Вот этот послабже светит. А вот это вот фара. А фара светит далеко, как вы видите. Смотрите, как она далеко освещает. Сейчас посмотрим, какую площадь она будет освещать. Сойдем настройку. И пройдемся по темноте сейчас. Сейчас переключу режим. Вот это. Налобный фонарь сам. Специально иду с задворками. В темноте. Освещает хорошо. Так. Ну, светит. Работать можно. Отлично. В темноте работать можно. О, блин. Ну, я думаю, что 50 квадратных метров освещает. Нормально. Отлично. Все супер. Так что ссылочка на этот фонарик будет в описании под видео. Может, кому-то и понадобится. Так, сейчас залезем на крышу. Ну, как вы видите, отлично светит. Потому что сейчас я работаю на крыше. И в темное время суток. День короткий. Ну, блин, отлично. То я вчера мучился. Так, все видно. Супер. Так что работать можно. Неплохой фонарь за такую цену. 800 рублей с копейками. Так, ну вот, друзья, сейчас я оставил рядом с камерой фонарь. Вот, освещает только этот фонарь в полной темноте. По-моему, даже мерцания нет. Так что светит отлично. Как я уже сказал, ссылочка на него будет в описании под видео. Кому надо, заказывайте. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад каждому новому подписчику. Всего вам доброго, до свидания, удачи. Пока.